Инициатива нашего земляка Вячеслава Володина нашла активную поддержку у жителей его родного села Белогорное. Знаменитый земляк предложил односельчанам посадить плодовые деревья и кустарники на участке в 3 гектара у озера и возле 15 родников, а также высадить зеленое насаждение у храма Покровской Божьей Матери и местного интерната для престарелых. Проект белогорновцы начали воплощать в жизнь 18 октября. После консультации со специалистами по аграрным вопросам о грунтовых предпочтениях для кустарников и деревьев, организаторы решили высадить саженцы яблонь, груш, сливы, а также кусты малины и смородины. По словам главы Белогорновского муниципального образования Сергея Поликарпова, все саженцы, а их закуплено 1800, были доставлены из Самары. Трудились над будущим садом в этот день работники соцсферы, госучреждений, школьники. Принять участие поспешили и местные жители. В помощь им приехали студенты вольских учебных заведений. Учащиеся вольского филиала Базарно-Карбалакского техникума агробизнеса и технологического колледжа помогли белогорновцам высадить в этот день более 1300 саженцев. Преподаватели аграрного техникума считают, что их помощь в хорошем деле обязательно дадут результаты, и саженцы приживутся. Да и для будущих аграриев такая практика не лишняя. Шефство над молодым садом возьмет местная школа. По словам взрослых участников проекта, такие дела и заботы будут прививать ребятам любовь к природе и труду. Оксана Бедова, информационный центр «Вольская жизнь».